Приветствую вас. Для начала обратитесь к врачу для установления или опровержения наличия физиологической зависимости, физической зависимости, химической зависимости. Вот. А после того, как это будет сделано, соответственно, уже можно будет обратиться к психологу для проработки психологической зависимости, потому что она не возникает на ровном месте. Если у вас возникла зависимость в данном случае от энергетиков, то, по-видимому, вы что-то от них получаете. Если вы получаете от них что-то, что вам в той или иной степени важно. Вот нужно и понять, что вы получаете, что вы хотите получать от этих самых энергетиков. И если здесь нет химической зависимости, то, соответственно, речь идет о психологической. Вот. Обратите внимание на то, также, как вы позиционируете себя в данном вопросе. Вы говорите, что мне, например, плохо, мне, у меня, там, соответственно, есть боли, да, вот, но при этом я все равно пью. Тут такое ощущение, что вы как будто бы не отвечаете за себя, вы не отвечаете за то, что делаете. Вот. Это, конечно, это в некоторой степени, в некотором смысле, это, конечно, не есть хорошо, вот, для вас, потому что вы, по сути, отказываетесь нести ответственность за свои действия, вот, но тем не менее, если вы увидите этот аспект, если вы его заметите, например, если вы возьмете на себя именно ответственность за то, что происходит, вот, с вами, то, мне кажется, ситуация будет гораздо лучше, вот. Но сейчас, вот именно сейчас, то, что вам нужно сделать, это поработать именно над тем, чтобы определить причины вашей зависимости. То есть вот именно из-за чего она возникла, зависимость ваша. Потому что на ровном месте таких вещей не возникает, на ровном месте таких вещей не происходит. Вот. Примерно так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было для вас полезно. Я надеюсь, что вы извлечете для себя что-то новое из моего ответа. И сделайте выводы. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится, и не тяните, да, не откладывайте, обратитесь к врачу, потому что сами вы, скорее всего, с этой ситуацией не справитесь.